В этом уроке покажу, как подключить форму для получения заявок и для обратной связи. Выбираем удобный для вас язык. Переходим по кнопке «Создать бесплатно». Заполняем все необходимые данные или проходим регистрацию через социальные сети. Я войду под своими данными. Нажимаем на вкладку «Создать из шаблона», выбираем шаблон, который вам понравится. Здесь уже применяйте свои дизайнерские фантазии. Я не буду сейчас подробно показывать, как редактировать блоки формы, покажу только небольшой пример. Изменю надпись на кнопке. Также все это работает и с другими блоками. Не забываем сохранять форму после каждого изменения. Переходим в настройки формы. Включаем ползунок и открываем шестеренку. Указываем свою электронную почту, куда будут приходить заказы и сообщения. Сохраняем. И переходим во вкладку «Публикация». Открываем поп-ап окно. Переключаем на кнопку. Устанавливаем чекбокс «Прикрепить слева на сайте». И выбираем нужную расцветку кнопки. Копируем и переходим в редактор нашего блога. Выбираем любой нижний гаджет и в открывшемся окне HTML. Вставляем наш готовый код и сохраняем. Обновляем блог и проверяем, как видим, форма установлена и готова к работе. Еще раз сохраняем. И сейчас привяжем форму к ссылке из меню. Переходим во вкладку «Дизайн» и переходим в виджет страницы. Удаляем старую ссылку. Добавляем новую внешнюю ссылку. Копируем и вставляем на блоге. Как видим, в меню появилась наша новая ссылка. Сохраняем изменения. Перезагружаем блок и проверяем. Все работает отлично.